Со здоровьем Кораллового клуба я познакомилась 5 лет назад. Пришла я решить некоторые проблемы по здоровью, ну, довольно-таки серьезно, да, у меня на протяжении 4 лет мучили серьезные мигренеобразные головные боли, у кого есть, знает, как это тяжело переносится. Еще были, начали серьезные проблемы по женскому здоровью. Как мы сейчас говорим, мне было тогда 37 лет, я пришла к врачу и сказала, что вы хотите? Уже же возраст, уже пошли там изменения и все-все. Вот. Я постепенно, поэтапно проходила программы Кораллового клуба на протяжении 1 года и 3 месяцев. Через 1 год и 3 месяца после начала прохождения программ и знакомства с продукцией я пошла проходить медкомиссию. Шла я немножко в таких расстроенных чувствах, потому что некоторые изменения в моем организме меня беспокоили на тот момент. Я шла, я не знала, что мне скажут. И когда я пришла к доктору, ну, меня обследовали, все-все сказали, все хорошо. И самый последний доктор, который мне сказал, девушка, вы беременны. И это, и я родила 2,5 года назад, в возрасте 40 лет, свою 3-ю дочь. И почему это? Я называю ее мое маленькое коралловое чудо, потому что родила я ее с установленным диагнозом вторичное бесплодие. Так что, кто хочет родить 40, обращайтесь.